Числа. Урок 3. Цифра, число и слово. Учительница Наташа Браун. Повторяем цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 – это не цифра, а число. 1 – это цифра, 0 – это цифра, а 10 – не цифра, а число. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – это цифры, а 10 – это число. Это цифра 1, а это слово 1. Это цифра 2, а это слово 2. Это цифра 3, а это слово 3. Какая это цифра? Какое это слово? 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 А какая это цифра? А какое это слово? А это цифра или не цифра? Нет. Это не цифра. Это число. Это число 10. 10 – это число. А какое это число? Какое это число? Это 11. 11. А это слово 11. Посмотрите на слово 11. Слово 11 очень длинное. Длинное. Очень это длинное слово. Вот слово 1 короткое. Слово 2 короткое. Слово 3 короткое. А слово 11 длинное. Очень это длинное слово. А слово 10 длинное или короткое? Слово 10 длинное. А слово цать короткое. 10 длинное, цать короткое. Посмотрите еще раз на слово 11. Вот слово
одиннадцать. Это слово один, это слово на и это слово цать. Это три слова. Один, на, цать. Вот какое длинное слово. Три слова. Один, на, цать. Посмотрите на это слово. Какое это слово? Двенадцать. Это слово двенадцать. И посмотрите еще раз. Это тоже слово двенадцать. Это три слова. А это число двенадцать. Это тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Повторим еще раз числа, но сейчас быстро. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Очень быстро, правда? Быстро, 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 быстро. А сейчас еще один раз повторим, но только медленно, медленно. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. И еще один раз повторим. Не быстро, не медленно, а нормально. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Очень хорошо. Сейчас вы знаете числа до 20. Конец третьего урока числа. Молодец! До следующего урока!